И снова всем привет. Не может не радовать то, что наши видео стали выходить чаще. Теперь почти каждую неделю выходит у нас два видео. И смотрите, у нас есть вот такой проект «Семерочка». Это не новая «Семерка», которую мы купили для нового трэш-проекта. И сегодня, знаете, какая тема у нас будет? Все хотят себе сделать громкий фронт, при этом... Ну, относительно мало потратится. Поэтому у нас сегодня такая интеграция вот этого нашего чемодана. Кстати, скоро будет серия, но об этом я попозже расскажу. И мы что будем делать? Мы будем сначала послушаем чемодан. То есть такая, собственно, реализация громкого фронта в чемодане. А потом эти же динамики поставим в семерку и отъедем куда-нибудь и с большого расстояния посмотрим, как они звучат. Теперь по чемодану. У нас обзора его не было. Именно что там внутри стоит. Поэтому вкратце сейчас расскажу. Но прежде чем рассказать, у нас вот эти динамики называются BBR-80, которые установлены. Они играют в полную полосу. Это, во-первых, широкополосники, а во-вторых, здесь нету фильтра. И поэтому Coca-Cola 24 Гц. Косяк небольшой образовался. У нас на вольтметре 10,9 вольт. Сейчас я вот покажу. В общем, он разрядился за те моменты, когда я бегал. Давайте сделаем вот так. Вот, сразу покажу внутрянку его. Здесь стоит 6 динамиков BR-80. Вот, они закоммутированы от 4-канального усилителя. Микроаккумулятор такой где-то 1000 рублей стоит. То есть вы сейчас прикидываете примерно, какая стоимость вышла чемодана. И вот наше напряжение. Сейчас покажем. Как вот так. 10,96. То есть вот... Такой просад у нас получился за все время съемок в версии, первой версии с чемоданом. А сейчас мы берем и снимаем все динамики отсюда и ставим семерку. Пошли, покажу, что у нас здесь установлено. На фронт стоит 4 пары MX-80, 2 пары Т-34. И питает и правую, и левую дверь по усилителю, по одному четырехканальнику на середине. Это 150.4 усилитель. В общем, мы, думаю, использовать будем только одну дверь. Левую, вот из левой сейчас мы девбонсы выкручиваем, вставим BBR-80. Ну, тут они уже подготовлены. Инсталл. И выезжаем на улицу и наваливаем. Пока мы здесь с вами разговаривали, динамики вот они сняты с чемодана. Это именно те, которые там стояли. И теперь для вас это мгновение, а для нас где-то 15 минут рабочего времени. И смотрите, динамики уже установлены. Причем как у нас сейчас будет прослушивание? Естественно, мы будем отключать пищалки, правую дверь и сабы. То есть сейчас только в левая дверь у нас будет играть на улице. И мы будем их, соответственно, прослушивать. В общем, давайте выгонять машинку из нашего кастомса и слушать. Ну вот, ребят, мы выбрались на улицу, на максимально такое открытое пространство. Есть, конечно, косяк, что, блин, туманище. Машину нам предоставил Егор, спасибо ему большое. Вот у него автомобиль собран на акустике, на всех компонентах Falfart Group. Вот Егор, смотрите. Обязательно подпишитесь на него. Там есть семерочка, там, в общем... Все, что связано со звуком вообще, с его жизнью. Теперь что? Теперь мы включаем левую дверь. Напоминаю, что подключены только аватары, которые играют в полную полосу от 100 Гц до 18. Это у них заявка. То есть это широкополосники. И будем постепенно отходить вон туда вот назад. Давай, Егор, включай. Машину снимаем. Давайте не будем спорить. Директор ругается. Я понимаю, мы 5 минут и уедем. Вот больше спорим, серьезно. Я понимаю, но вы уберите, не надо снимать здесь. 5 минут. Мы можем здесь. Не надо 5 минут. Серьезно. 5 минут, серьезно.
Не надо 5 минут. 5 минут? Давай не будем спорить. Ну, то есть, смотрите, что получается. Мы отошли практически на 100 метров. Звук здесь отлично слышно, причем слышно не только миды, они панчат даже здесь, но слышно и верха. То есть данные динамики позволяют реализовать вот в одном компоненте весь фронт. Это мега бюджетно, потому что 3000 стоит пара, и в данном случае 4 пары установлено. Через один усилитель это все можно сделать. Вам не нужны пищалки. Это получается такой лайфхак реализации максимально бюджетного и при этом громкого фронта. Ведь смотрите, в чем плюсы. Во-первых, ты забиваешь дверь, и дверь у тебя смотрится мощно, потому что там много динамиков стоит. А во-вторых, бюджет. Еще раз повторюсь, вы экономите на пищалке, вы экономите на усилитель на пищалке, получаете крутой внешний вид и получаете громкость. Ну а если взять по выносливости динамиков, здесь сейчас стоит усилитель 150/4, и он играет в шишку. А когда я ходил, бегал с чемоданом, там вообще нету фильтров, он играл в полную полосу, и там вообще была жесть. То есть они выносливые, и им не нужно много мощности, то есть это в пределах 50-100 ватт для реализации громкости вот головой. А вот такая система. Сейчас мы возвращаемся в кастом, обратно ставим динамики, которые здесь стояли, MX-8 уже там околет. И все, вот, погнали. Для вас это видео было такое обучающее по поводу реализации бюджетного фронта на компонентах Avatar BBR80. Динамик заменяет мид, середину и пищалку. Конечно, это не полноценная замена, но для того, чтобы, например, заменить штатку, там поставить 20-ку в штатное место, вдруг у кого 20-й типа размер, либо сделать фронт бюджетный, который будет петь нормально, большую громкость иметь и диапазон охватывать. Вот такое нормальное решение. Я думаю, в комментариях вы меня поддержите. Ну, еще дополнительно про чемодан хотел рассказать. Чуть рассказать, у нас сел аккумулятор. В общем, смотрите, что нам понадобилось. Был куплен сам чемодан, он 68-го года, он немецкий. Стоил он 1300 рублей. Аккумулятор, стоимость 1000 рублей. Для того, чтобы динамики нормально здесь стояли, вы видите, здесь фанера для усиления данной части. И все. То есть вот бюджет, 4 пары динамиков. Не 4 пары динамиков, а 1, 2, 3 пары. В пределах 15 тысяч можно собрать вот такой чемодан. Будет вторая серия, она уже снимается. Для этого мы купили ванну, вы сейчас ее видите. В комментариях напишите, что сделать с этой ванной. В общем, будет еще больше трэш, чем был в прошлом видео. На сегодня все. Это был обзор динамиков Avatar BBR80. Всем пока, подписывайтесь. И комментарии жду от вас. Все.